Только что закончился штаб, который был посвящен неблагоприятному прогнозу погоды, который говорит о том, что в принципе возможны снегопады. Так с нами прощается зима, не как уже середина весны, как говорится. Но тем не менее зима не уходит. По прогнозу осадки сегодня начинается где-то в районе 17 часов. Они будут длиться до наступления темноты. И также вполне вероятно, что и завтра могут быть осадки в виде снега. Хотя температура вроде бы будет колебаться около нуля, но, к сожалению, это чревато тем, что может образовываться гололедица и гололед. Поэтому хотелось бы еще раз предупредить жителей города и также гостей о том, что надо очень осторожно вести себя на улицах, потому что одномоментно очистить все тротуары практически невозможно. Хотелось бы попросить водителей ограничить выезд в город, хотя завтра и выходной день, я надеюсь, что и так будет гораздо меньше транспорта, но тем не менее обращать внимание на скоростной режим и, соответственно, более внимательно относиться, особенно к пешеходам, которые переходят улицу. В свое время коммунальные службы постараются сделать максимум возможного для того, чтобы обеспечить безопасность как проезда, так и прохода пешеходов. Я надеюсь на понимание, и мы, в принципе, не первый раз сталкиваемся с таким погодным условием. В принципе, практически эксцессов никаких не было. Во всяком случае, не было ни повышенного травматизма. К сожалению, аварийные ситуации на дороге, они непредсказуемы. И даже в хорошую погоду, но тем не менее, хотелось бы обратить внимание водителей на внимательность.